Hi guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. I live in Russia. I live in small town named Kaluga. Kaluga is located, it's about 200 kilometers away from Moscow. Very many people ask me how we can help your channel. You can subscribe to our channel. This is the biggest help from you guys. And of course, if you like what we do, you can support our channel. All information you can find in description. And please, guys, subscribe to my Instagram. There is a lot of thing from my Russian life, a lot of photo, a lot of video, and lots of thoughts. Today's video is very positive. I love videos like this. And it was totally spontaneous. So we were on our way back from filming, and we just happened to stop by the village. We do that sometimes to get some stories. When I stopped in one of the villages, I immediately saw a very interesting person. There was a man in the suit, and it was a huge contrast to see such a well-dressed person with all the old houses around. Красота вообще. Просто красота. Блин, вообще. Я так поснимаю чуть-чуть. Можешь еще дальше туда проехать. Там всякие постройки, там не знаю, пруд, не пруд. Вот там. Вот здесь, вот, да, вот до тех кустов, конечно, да, вот там по дороге. А это вот чей дом? А? Это чей дом, Лёх? Это мой. Твой, да? Привет. У меня вы пока мама еще кремень. У нас она там воспитала, у нас папа рано умер. А, понял. И мы остались буквально четверть. У нас у меня еще брат Сухинчик, сестра. Да. То есть он по хозяйству помогает, да? Так? Да, конечно, вот куры. Ну, остались только куры, еще держали свиней, потом уже сейчас. И у мамы а его как зовут? Николай. Николай, да? Можно мы у него потом спичек попросим, для того, чтобы прожечь костер? Да, у тебя есть? Да. Ну, нам хватит. Хватит, да. Ладно. Нет речушечки какой-нибудь рядом? Что-то? Ну вот, я говорю, туда, можешь, да? Можешь проехать туда, вот понизу посмотреть, там у нас мост еще. У нас как бы деревня разделяет, у нас еще, помимо, да, это, да, как бы большой мост, у нас еще деревня, то есть это вот все страсти. Да. All right, friends, so after learning his story, I really wanted to make episode about him. I'm not going to tell you who he is, why he is wearing a suit, and what he is doing there. You will see it all for yourself. Привет, Лёх. Здравствуйте. Приветствую. Проходите, пожалуйста. Ага. Вот так. Здесь вот сама такая, ага, маленькая. Угу, угу. В принципе, пытаюсь что-то сделать такое, но... Ага. А это кто на фотографии? Это мой отец с маленьким братом. Угу. Это мой вот как раз младший брат. Это вот его достижение. Вот. Это мы маленькие, это мой старшая сестра, старший брат, это я, двоюродная сестра и маленький младший. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Живем как мы. Да я вижу, да. Это мама. Моя как мама. Маму зовут? Анна Васильевна. Анна Васильевна, меня Сергей, очень приятно. Очень приятно. А что у вас с ногой, Анна Васильевна? А вылив. У меня сахарный диабет, и вывихнула. Вывих наложили. Это вы вывихнули, да? Да, ну уже давно. Я же не знала, когда я его вывихнула. Угу. Уже там даже кость стерлась. Угу. Леш, а покажешь комнату свою вообще? Вот моя кроватка. Ага. Вот, ну здесь в свое время была бабушка. Вот мы ее буквально сохранили 21 января. Угу. Вот. И как бы... Стояла вообще двухъярусная в свое время кровать. То есть я спала на втором ярусе, бабушка спала на первом. То есть мы потом, когда после смерти, мы, конечно же, все немножечко убрали. Понял. И ты здесь? Вот. Да, здесь я, здесь
брат. Ага, ага. Понял. Вот, ну, для гостей, соответственно, раздвигаем маленький диван. Ага. Вот. Расскажи немножечко о себе, сколько тебе лет? Так, наверное, начну с родился, да? Да, родился ты где? Родился я, ну, вообще в деревне Староселье. Так. Это здесь, получается? Или? Да, здесь родился. Угу. Вот, в семье считаюсь как средний сын, угу, у матушки своей. Угу. Родился 11 декабря 1992 года. Потом так вот получилось, что в 10 лет я остался без папы. Угу. Конечно, такая, он у нас умер в 2002 году, как раз под мое день рождения. Помню последнее, что я никогда не думал, что я буду петь. Вот просто петь. У меня какая-то была мечта такая, что-то учительское, что-то там такое. Лепил какие-то доски, какие-то делал уголки. Для меня вот это вот была детство, массовость, да. Но потом... Извини, а что с папой случилось? Онкология у него была. Рак поджелудочной железы. И вот буквально вот перед смертью помню, что я начинала вообще песни, ну, свою такую творческую деятельность с Надеждой Никитичной Кадышевой. Это был магнитофон, это были кассеты, где, в принципе, записывал я все в тетрадь и быстренько, так сказать, ну, все заучивалось. И помню, когда отец умирал уже, последняя его просьба, помню, спой мне песню «Ой, Калина». Я помню, встал в зале, стояла софа, и я вот прям спел. И я никогда не думал, что это будет последнее, что я больше никогда папу-то, в принципе, и не увижу. И помню, когда пошел в первый класс, меня прям сразу же первая учительница поставила, сказала, вот давай, пой. Да, по музыке одни пятерки. То есть ты сам, да, у тебя тяга к этому была? Вот, потом, да, я, то есть или сидят там бабушки на задворках, там поют, по диким степям Забайкалья, или Ивушки в Ивушке, или когда по мне Золотые горы. И я прям вот на слуху, я прям, у меня была память замечательная вообще, я где-то записывал, где-то что-то узнавал. После школы я уже поступаю в профессиональный лицей по номер 33. Тракторист-машинист. Тракторист-машинист. Да, диплом тоже у меня. Ну, тянул ты тебя в искусство, так я понимаю. А как тянуло, ты вообще... Тянуло в искусство, слушай. КВН какой-то там. Ну, а я пришел, ну, как бы все ребята разные. Почему ты туда пошел? Потому что рядом было общежитие. Чтобы жить там? Потому что, да, надо было жить, потому что рядом было общежитие, прям так прекрасно. Ну и вообще, как-то мне Бабынина было, в принципе, по душе. Это село Бабынина, получается? Вообще поселок городского типа. Начал уже опять петь. У нас были областные фестивали, как районные, где я... Заметьте, Лёша ни слова не сказал про трактора, еще какой-то... Потому что это мимо тебя, я так понял, да, прошло? Да. Я не знаю, почему. Ну, вот так вот пошел, как бы пойти по стопам отца, потому что у меня отец как бы был тракторист. Но пришел к мастеру, и надо было вождение сдавать. Да, посадили меня за трактор «Беларус». Да. Ну, и мне говорит это самое, ну, давай, едь. Я что-то сижу, пою там, ну, пою там что-то, ну, жесты какие-то. Он так ручкой «стоп». Открывает, говорит, вылазь. Я говорю, а что случилось? Он говорит, ну, понимаешь, говорит, все-таки техника это не твое. Ты, говорит, не тракторист. Говорит, иди, говорит, лучше пой. Я, говорит, тебе и так оценку поставлю. Так и экзамен по истории помню, вот как сейчас. Один билет достал, второй билет достал. Я говорю, а я не знаю. Просто сижу и улыбаюсь. Понять там было что-то там вот такое. Для меня это было, конечно, как бы тяжеловато. Успокойся. И так поставлю. И все. И вот, говорю, как-то вот так вот. То есть я не то, что сказать, что я прям не учил или я не был готов. Нет. У меня вот именно вот все происходило вот этим автоматом. Помогает. Закончил я. И в результате пошел работать в наш МКУК Рязанцевский дом культуры. Того, как ты учился на тракториста. Да, пошел почему-то. Логично, вот. В принципе. И когда я поработав, потому что приходилось работать с детьми, мне было так трудно, потому что вот вроде бы знаешь, а как подходить к ним, вот сам факт. Беру
ухожу из этого дома культуры. И потом вот в периодах мамка здесь буквально террасит, чистит картошку. А я хожу. Говорю, мама, я поступаю в педагогическим колледжем. А почему ты пошел все-таки в педагогический? Потому что мне хотелось, когда пошел в культуру работать, и мне казалось, что мне чего-то не хватает. Вот именно именно в общении с детьми? Да. И уже потом что-то берет и меня осеняет. Надо еще какое-то образование. Флориста. Беру еще и флориста. А почему флориста? Я люблю цветы. Но это сейчас, конечно, не сезон, так у меня альпийские горочки. То есть я люблю анютины глазки. Вот я буквально посадил себе рассаду. Конечно же, покупаешь там рублей себе за 50. Конечно, дорогое удовольствие, но куда делать? Я люблю вот эту вот мелочь. Там купил какой-то контейнер, там купил земли. И вот это вот. Вот это вот, да. А вот в детстве у тебя была конкретная мечта кем-то стать вообще? Было две, но я хотел быть учителем. Все равно, там ни было, учителем. Скажи, Леша, сколько здесь деревни населения, где ты живешь? Население, если считать дома, то где-то будет, наверное, 49 целом. В целом вообще домов. Да. А так население... если будет от силы 10, то есть в основном это если дачники. А друзья здесь есть какие-то постоянные? У тебя с кем-то общаешься? Здесь нет у меня друзей. Нету, да? Нет. Кто-то приезжает там, мы не хотим там с тобой общаться, Андрей хороший, а вот ты плохой. А как они это объясняют? Я не знаю, что у людей в головах. Я, в принципе, к ним не залезу, в принципе. Ясно. А так, может быть, со стороны, может быть, из-за голоса, у меня все как он есть, в принципе, я его уже все не исправлю. То есть, от природы, там. Говорят, он, наверное, нетрадиционной ориентации, у нас говорят, поэтому, сейчас, я говорю, уже вырос, и, в принципе, и друзья, которые, в принципе, уже там и из Москвы, которые видят эту жизнь, может быть, это, понимаю, я сижу в деревне, в принципе, я могу только по телевизору или там в интернете увидеть, а те люди, которые живут в городах, там, тем, конечно же, виднее, и они даже понимают, а здесь, и я говорю, я уже из этого вырос, и благодаря вот им. Я думаю, просто тяжело даже быть не таким, как все, отличаться, даже иметь какое-то хобби, я думаю, у тебя тут нет единомышленников даже здесь, Я говорю, я вырос, и в свое время, это я сейчас немножечко стал побавиться, когда уже сидит там или глава администрации в ряду, а так я публики-то, в принципе, не боюсь, я вышел, если я вышел, то я вышел. Там, если кто-то за сценой стоит, трясется, я говорю, ты чего? Но я боюсь, микрофон вот так. Скажи, пожалуйста, а мечта у тебя есть какая-нибудь вообще сокровенная такая? Мечта сокровенная была, это аппаратура у меня, потому что у меня всего лишь какие-то две колонки. Я бы, конечно же, потому что мы поем уже так... А что за аппаратура какая именно? Как сказать... Это чтобы была такие как у нас в клубах, колонка, сам пульт управления. Вот это моя самая мечта, самая заветная, потому что учитель, ну а когда на стороне, я говорю, потому что когда-то какие-то... Я очень люблю петь, особенно когда появились эти всякие фонограммы, потому что самому-то, в принципе, я музыку-то, в принципе, сам не пишу, а хотелось бы, чтобы прям это было твое, это ни у кого не просить ничего, ты знаешь, что ты взял, погрузил, поехал, отвел, в принципе, и скажи, такая сфера. Ты преподаешь какие предметы? Физкультуру, музыку и основы безопасности жизнедеятельности. А скажи, сколько сейчас зарплата учителя, если не секрет? У меня в целом... Сейчас я в клубе не работаю, как это за апрель последний был. 20 тысяч, да? Да. Да. Я
Я сейчас только что спросил Алексея, сможет ли он нам спеть. Ты нам сможешь, да? Да, конечно. Я даже не знаю, где тебе, как тебе удобно. А что ты нам споешь? Какую песню? Так, ну что, что желательно, про деревню, вот, или какую-то как, вот, самую... Не знаю, как самую любимую свою песню, ну, ты можешь... Ну, самая любимая, говорю, это вот «Моя Уйкалина», это оно звучит уже как гимн, который, говорю, у меня тогда и папа уходил. Самая моя первая вот песня, с которой вот я именно и пошел. Уйкалина, да ох, малина, в речке тихая вода, ты скажи, скажи, Калина, как попала ты сюда, как-то раннею весною. Парень бравый прискакал, долго мною любовался, а потом с собой забрал. Я, честно говоря, заслушался. Скажите, вот какой по характеру Алексей? Хороший, спокойный. Спокойный? Да. Помогает вообще. И готовит, все делает. А что самое вкусное? Борщ. Борщ умеет? Ну, он себя нашел в учительстве, как думаете? Ну да. С малых лет у него тетради, доска была, мел собирал. Сделал себе, ну там закуток, доску повесил. Вот дети на каникулы приезжают, вот он их собирал, парты понаделает и учил. Они уже шли его. Пел. Артист. Да, он очень артистичный такой. Да. А как думаете, от чего он больше всего получает удовольствие? От сцены или от школы? Конечно. Не могу сказать. И от сцены, и от школы. Он все. Ясно. Учитель, он и есть учитель. Леш, скажи, пожалуйста, как думаешь, что самое важное для твоих учеников? Самое важное для, можно сказать, и главное, это чтобы они нашли достойное место именно в своей жизни. Да. Ты им в этом как-то помогаешь вообще? Да, конечно, существует наставничество. Это какая-то, не можно сказать, прям с помощью там, именно даже какой-то психологический момент, потому что все дети разные, к сожалению. И ты видишь, да, если у каждого есть какой-то конечно, в чем-то талант, наверное, да? Да, да, да. И ты подталкиваешь их к этому? Естественно. Friends, thank you for watching this story. There will be a sequel for sure. I really want to do something good for this man. Thank you for watching this episode with us. Personally, I really enjoyed it. I think there are very few people like that who had that kind of energy and vibes. Thank you guys for watching this video. Please share this video, text the comments. This is the biggest support from you. And of course, if you like what we do, you can always support us. All information about support you can find in description. Thank you guys for watching. Be safe and see you in the next video.